Всем привет! Меня Всем привет. Зовут Егор Епять, это Антон Е6. Сегодня мы снимаем покатушки на велосипеде. У нас у всех велики скоростные. У Егора называется велик НТБ. Ну, у меня вот, велик называется НТБ. У него подвес. Блэкью. У меня МТБ, короче, у него подвес. Ну, вот такие названия. Ну, а название это велика вкратце идет вот такое. Blackview. У меня Forward Flash. МТБ. Серый. У него Blackview. Ребят, я сегодня без тормозов. Да, он катается. И без крыльев. Ага, вот. Короче, сейчас ездим туда, вниз. Покатаемся, короче. Я сегодня типа кататься буду только на 5-й передачке. Я еду сейчас без рук, ребята. И я сейчас чуть не шлепнулся. Ладно, буду ехать с одной рукой. Вот так вот. У Антона нет тормозов, поэтому он едет тихо. Еду я сейчас на 5-й скорости. Очень ветер такой сильный. Но южный сегодня ветер. Блин, вот это вот. Где он меня стучит? Он вон там видит. Кстати, у Антона очень хорошие амортизаторы. У меня вот не такие вот хорошие. У него профессиональные амортизаторы. У меня от этого велика амортизаторы. Кстати, у нас не дисковые тормоза. И у Антона не дисковые тоже. У нас обычные тормоза вебрайки. Вебрайк. Но вообще-то мы хотели переходить уже на эти, не на вебрайковские, а вот на обычные тормоза. Ой, нет. На дисковые тормоза мы хотели, короче, переходить с Антоном. Так, звуки какие-то. Подснимем сейчас Антона. Он едет. Конечно, плохо. Лучше, конечно, с тормозами ездить. У него амортизаторы другие совсем. У него длиннее. Вот. У меня такие. Мы стоим на дороге, короче. Вот едет такой вот безбашенный. Мы, короче, безбашенные велосипедисты. И мы ничего любое проехать не можем, короче. Ставим сейчас на подставочку для смартфончика вот так вот. Вот так снимаем. А вот бы реально бы у нас вот тут вот на башке была вот такая шлем какой-то. Да, камеру да. Купить и прицепить ее. Да, и вот так вот видно. Будет вообще хорошо. Ага. На башке вот. На башке моей горшок. А в кармане пирожок. Вот такой же. Горшок тоже надень на голову. И будет у тебя много подписчиков. У меня, короче, 6 скоростей, 3 передачи. А у Антона 3 передачи и 7 скоростей. 7. Вот 7, 7 я быстрее. Угу.
Ребят, сейчас Егор не заснял контент, как я упал. Да, я... Сзади я ехал, а потом я упал. Потому что вот этот руль у этого велосипеда мне как-то... Он... Я бы быстрее ехал, если бы тормоза были. Но в субботу у меня будут тормоза и крылья. Да, у него тормоза задние. У меня колодки стерлись. Да, и надо им... Да. Скоро. Задние вот тоже у меня уже как-то не, ну короче, совсем. Заканчиваем видео. Всем спасибо за просмотр. С вами были мы, блогеры. Всем пока. Всем пока. Егор Е5, Антон Е6. Обращайтесь, всем пока. Мы мастеры по таким велосипедам. Ну, это еще в кавычках, конечно. Всем пока.